Всем здравствуйте, дорогие зрители моего канала, с вами как всегда я, и со мной сегодня никого нет, к сожалению. Но я решил побыть один в этом мире. А я опровергнул. Когда совсем увидел? Ну, сегодня вот мы, да, будем выживать, как обычно. Ой. Пойдем в поход. Витя боится даже в Майнкрафте. Даже в Майнкрафте ступит. Да, мы решили открыть новые миры, поискать всякие биомы. И решили начать, короче, с нашей счастливой стороны, где мы нашли наши алмазики. Короче, мы открыли сеть для всех. Сейчас мы поняли, что у нас вот, я вам так по табу показываю, что, короче, какой-то чел у нас на серве. Новые миры поискать. Биомы. И решили начать, короче, с нашей счастливой стороны, где мы нашли наш алмаз. Короче, мы открыли сеть для всех. Сейчас у нас вот, я вам так. Какой-то чел у нас на серве. Опа. Дебил. Короче, ребят. Мы нашли новый биом, пока ехали. Не только биом. Это занесло. Тут деревня, алло. Я заметил. Надо. Блин, ой, я сундучок нашел. Компас, чистая карта. Бумага. Стол лучника. Капец, у нас что-то... Нам... О. Это надо забрать. Маник какой-то вижу. Где? Опа. Опа. Кто? Опа, ты кто такой? Это кто? Кто, блядь, такие? Спокойно, спокойно. Мы странники с другой деревни, мужик. Прошу напомнить вам, что мы в хардкоре, ребята. Ты кто такой? Я первый спросил. Это мы. Денис дебил. Говорит, это мы. Короче, как вас звать? Ладно, идите нахер. Ребята, к нам подключается еще один человек. Как вас звать? Можете сказать? Как зовут вас? СТ Краузович. А, понятно. Степан, короче, да? Ладно, похер. Теперь лучше. Да все, иди нахер. Короче, ребята, к нам, как вы поняли, подключается новый человек. Деревню мы эту нашли вне записи. И сейчас мы не хотим ее присоединить. Мы ее сейчас должны присоединить по плану к нашему. К нашей деревне, короче. Что-то тут дофига жителей, слышишь, дурак? Мэн. Денис, дурень! Даня, ТП-хай! ТП! Быстрей! Ты нафиг, у меня пол хп. И что делать? Я откуда знаю? А, зайди. И убей их. Ты зачем прыгнул туда? Зайди, убей их один. Ты прыгнул зачем туда? Да убей двух скелетов, они начали... Денис, а что хочешь... такое, пацаны, алло? Это что значит?
Это значит можем. А зачем вы разрушаете свою деревню? Ну это не совсем моя деревня, это вы не знаете легенду, значит. Ну, ну когда-то проживал большой... Бегемот? Очень большой бегемот, да. Бегемот. И получается он воевал тут с медведем. И пришли мирные жители и разрушили их вражды. Они им построили деревню, а я сюда заселился. Ну и они разрушили у меня брать дерево, они себе потом сами построили. Понятно. Показываем обзор на мост 2020 года. Красивый. Вот так начинается. Красиво. Двойной теперь. Боковушечка такая. Переход. Опять двойной. Как инь-янь. Идем дальше. Вот тут инь у нас заканчивается. Янь идет дальше. Опять боковушечка, чтобы было удобней. Кто-то там кого-то бьет. Опять из белого в черный. Смотрите, как это красиво сочетается. Особенно на воде. Тут мы можем поставить дерн. Откуда он мне... Не ломай! Это был же гениальный блок земли. Я знаю. Дурак. Потом у нас такой жирный. Переход. Ты что творишь, дурик? Двойной и маленький. А дальше земляной вот продолжается. И вот тут у нас наша любимая лодочка, которая нам содействовала помощь во всех наших похождениях. Очень благодарен ей. Это наш Ламборгини. Водила ворует! Вышел. Вышел. Все, и дальше показывайте деревушечку. Там было, короче, проход. Проходим сюда и попадаем в дом без окон. Безопасный мир. То есть уже у нас два есть соединения. Мы планируем к концу нашего этого, ну как бы убить главного человека, который убил семью Степана. Это дракон, да, Степан? Что ты мне махаешь? Мы со Степаном, что мы говорим? Степан, можете сказать? Вы как новый гость нашего... Похождения должны все объяснить. Значит, всем спасибо. Приходите еще. Я тоже. Это все, считаю. Что вы хотели сказать? Да. Хорошо. Мы вам говорим спасибо за просмотр. Дэнфан говорит, что? Я говорю спасибо за... Очень. Просмотр. У меня вот аж бородка выросла, вы сами заметили. Это просто от вашей... Ну, конечно. Очень. На грани. Надеюсь. Чё, точку все поменял. Поддержки нашей. Лайк, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Дэнфана и Хайгру. Точнее, меня. И Хайгру. Закрой. Потому что мы... Всё. На, ну все, короче. Да, всем пока.